Всем доброго вечера. Я на даче. Покажу, какие у нас помидоры в теплице за неделю выросли. Видео снимала прошлое воскресенье, 14 июня. Сегодня 21 июня. Воскресенье. Вот немножко подросли у нас помидорки. Даже очень хорошо подросли. Это вот подсадили сегодня только маленький. Несколько штук сегодня подсадили. Некоторые прям такие кабанчики вот тут вот в этой стороне нравятся мне. Это вот сегодня, три дня назад посадил у меня муж. Это черри. Вот эти тоже 3 дня назад только. Вот это тоже недавно подсаженное. Это вот одна грядка. Вторая грядка. Здесь поменьше, на неделю позже посаженные помидоры. Ну, тоже такие хорошенькие. Кустики уже. Некоторые малыши совсем еще, ну, растут. Ничего, вырастут. Вот эти прям такие крепенькие. Тьфу на них. Это вот сегодня подсадили черри. Тоже сегодня. Огурчики. У нас 6 кустиков всего лишь. Выросли так за недельку вообще. Были совсем малыши. Перец что-то у нас как-то медленно растет. Вот столько вот его. Он почему-то как-то медленно растет у нас. Так, вблизи покажу сейчас. Вот такой. Ну, растет потихоньку все равно. Сегодня я его удобрила немножко. Может, вырастет еще. За неделю-то, конечно, вырастет. Никуда не денется, вырастет. Сегодня днем здесь было 37 градусов жары. Сейчас вот
22 или 23. 23, по-моему. Влажность. Мы сейчас тут все полили. Влажность почти 50. Полили грядки. Проход полили. Почистили. Поэтому здесь сейчас влажно стало. А днем влажности не было вообще в жару. Почти 40 было на жаре. 37. Тыкву я сажала неделю две назад семенами. Вот 10 сходов зашло у меня. Такие уже большенькие некоторые. Рыбку мы коптим горячего копчения терпук. На мангале. Вот такая рыбочка. Терпук горячего копчения будет через минут 20 готов. Пионы розовые у нас распустились. Вишня у нас вылочная. Это яблонька. В этом году яблок много будет. На этом я со всеми прощаюсь. Желаю всем здоровья и любви. До свидания.